Новозеландская компания Perro более 30 лет выпускает компоненты класса high-end, к которым относится и этот транспорт из линейки Eloquence. Модель получила хорошо узнаваемый дизайн благодаря слотовому загрузочному механизму компакт-дисков, что нечасто можно встретить в устройствах такой высокой ценовой категории. В конструкции использован привод L3831 компании ASA, которым управляет процессор MediaTek MT1389XE. Справа от щели дископриемника находится информативный жидкокристаллический дисплей с возможностью регулировки яркости, контрастности и размера текста. Под ним расположился ИК-сенсор и ряд из 5 кнопок управления. Уравновешивает лаконичную внешность аппарата тисненные буквы названия компании и кнопка включения питания с LED-индикатором в левой части передней панели. Транспорт Eloquence CDT не имеет на борту ЦАПа. Он создавался для того, чтобы работать в паре с усилителями моделей 250i или 150i из этой же серии, со встроенным цифроаналоговым преобразователем. На тыльной стороне есть 3 цифровых выхода, коаксиальные на разъемах RCA и BNC, а также оптический TOS-Link. Присутствуют триггерные гнезда, ИК-шина и интерфейс RS-232, с помощью которого можно обновлять прошивку CD-транспорта и эффективно управлять им. Eloquence CDT способен читать обычные студийные компакт-диски, а также CD-R/CD-RW. Доступно воспроизведение записанных на CD-файлов MP3, хоть это сейчас и не столь актуальная опция.